Мероприятие открылось выносом Красного Знамени Победы, гордо реющим в руках ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной Звезды Анатолия Ильича Шилова. Сергей Сергеев обратился к тысячам анапчан и гостей курорта со словами приветствия. Сегодня мы отмечаем знаменательнейшее событие в истории нашей страны. Праздник 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поверьте, я так же, как и вы, очень сильно волновался, как мы пройдем этот праздник, как проведем, как смогут в нем принять участие наши уважаемые ветераны. Много теплых слов было еще сказано в адрес ветеранов. Они шли от самого сердца. Наступил момент торжественного возложения цветов и венков памяти к вечному огню. Традиционный ежегодный прием ветеранов главой города на этот раз состоялся в ресторане «Старинная Анапа». Здесь поднимали чарку за победу, пели фронтовые песни и вновь вспоминали и говорили слова благодарности. На память от имени главы города подарки ветеранам.